Вы научитесь отпускать, давать свободу своим чувствам, не верить больше и не ждать, ведь ждать — великое безумство. Пусть говорят для тех, кто ждет, всегда все вовремя приходит, но мы-то знаем наперед, к тому моменту все проходит. Ушло, да пусть горит огнем, бежать вдогонку бесполезно. Сейчас живите этим днем, что будет завтра, неизвестно.